6 апреля 1814 года император Франции Наполеон I подписал отречение от трона за себя и своих наследников. В тот же день французский сенат провозгласил восстановление бурбонов на троне при сохранении конституции. Этому предшествовала капитуляция 31 марта столицы Франции Парижа и вход в город союзных войск во главе с российским императором Александром I. По условиям сената новый король Людовик XVIII должен был принести присягу на верность, составленной сенатом конституции. Эта присяга признавала свободу слова и рядом с назначаемым короной наследственным сенатом ставила избираемый населением законодательный корпус. Людовик XVIII сначала отказывался принести такую присягу, но по настоянию императора Александра I все-таки подписал декларацию с обещанием конституции, после чего торжественно въехал в Париж.